Когда выращиваешь марихуану с 1873 года, многое узнаешь о гордости, о стандартах, как выращивать траву только высшего качества, которую питают ручьи со скалистой горы. Кто-то скажет, что американцы разучились выращивать хорошую траву. Мы говорим, где ты был, Рави? Куш, зачетная травка. А сейчас выступят мои любимые танцоры. Посмотрим. Спички и восьмушка рамуланской зеленой марихуаны. Это все, что нужно, дружок. И вот ты уже наслаждаешься самой мягкой, нежной и вкусной травкой в мире. Каждый косяк скручен вручную для большей вместительности. И все это блаженство поступает прямо к вашим рецепторам и обеспечивает незабываемое впечатление от рамуланской зеленой. Черт, я бы их обеих трахнул. Это город Голден в штате Колорадо. Мы здесь все под кайфом. И гордимся этим. Так мы живем. И так всегда было, с 1873 года, когда беженец из Чехии Адольф Куш начал выращивать здесь элитный сорт конопли из рассады, найденной в скалистых горах. Иногда нас спрашивают, почему мы выращиваем коноплю. Так же, как и 150 лет назад, игнорируя все достижения прогресса. А в ответ мы говорим: «Вали отсюда, чувак, пока не поздно». Куш – самая лучшая ганджа.